В актовый зал торжественно заносят флаг кубанского казачьего войска. После, по традиции, совершается молитва. В Центре культуры Родина начинается отчетный сбор казаков Анапского районного казачьего общества. Первым перед участниками мероприятия выступает мэр курорта Василий Швец. Конечно, очень важное направление – работа с детьми, работа с молодежью. Здесь очень серьезная у нас с вами работа проводится, есть достойные результаты. Ровно 20 лет назад в Гастагаевске был первый казачий класс – были открыты. Сегодня их больше 250. Это серьезная, конечно, цифра. Это больше 5000 детей. Это говорит о том, что завтра все эти дети будут развивать, продвигать, укреплять нашу с вами Анапу, потому что это будущее казачества Анапы, будущее не только Анапы, но и региона, и России. На сегодняшний день в рядах Анапского районного казачьего общества состоит свыше 3000 человек. Не отстает и местное отделение Союза казачьей молодежи. Его численность превышает 5000 ребят. Казаки активно продолжают охранять общественный порядок, участвовать в военно-полевых сборах, а также проводить просветительские и спортивные мероприятия. В августе кубанским казачьим войском проведем первый кубок атамана кубанского казачьего войска по пляжным видам спорта. Команда Таманского казачьего отдела, состоящая из казаков Анапского районного казачьего общества, заняла первое место и завоевала кубок губернатора. Анапские казаки продолжают в том числе самоотверженно стоять на защите Родины в зоне специальной военной операции. С февраля 2024 в боевых действиях приняли участие свыше 300 человек. 14 из них получили ранения, 8 пали смертью храбрых. Неоценимый вклад Анапское районное казачье общество вносит в помощь жителям Донбасса и участникам СВО. За отчетный период казаки Анапского районного казачьего общества отправили 118 гуманитарных грузов. Общей массы 35 тонн на сумму более 31 миллиона рублей. Во время мероприятия деятельность атамана, а также правление Анапского районного казачьего общества была удостоена высокой оценки. Общество признали лучшим в таманском отделе и вручили кубок. В завершении отчетного сбора казаки получили специальные награды благодарности мэра и председателя совета. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.